сюда, для сохранителя. Чериков даже не точный паладин в 20-м году. Жесть. Это жестко. А, это начало, я как раз нормально попал. Вот новый сценарий, который... Бля, она меня согрелась. Садимся в эту хрень. Блин, уже сломалась. Ладно, берем. Как он меня убил? Блин, ну ладно. А что он тебе не выпускает? Там все привести надо. Эти вот лазерные вроде тоже сделали дисбаланс, нет? Так, минус один челик. А это сейчас отправлять будет. Он же отравляющий, да, был? Ну что, что кипит? В оригинальном сценарии вот этот босс вообще сложный. Здесь он что-то вообще... не отравляет. Слился.
где мои листики? Блин, ну почему не меня-то сразу? Все, блин. Так, бьем босса. Я на роботе буду играть. Что надо делать там? Зону, ну, в зоне стрим. Да, херачим этого. Он у меня агент, он их не видит. Отлично. Тут кузнечики едут. А кто же свой сервер ранил? Так, вроде бы надо бить этого. Да блин, меня этот бьет. Бьем кузнечика этого самого. Да хватит меня рушить. Вот это оружие сбивает синий патрон. Его надо бить. Они убьют, блядь, не того. Блин!
Прикольно сделали новый сценарий, типа два босса в каждой комнате. В конце, значит, супер босс будет, когда что-то все умирают. Тогда бейте уже, который красный. Никого бунгиров нет, смотрите, все бедные. Где этот синий? Да это очень опасный, он, блядь. А, все, его уже все убили, ну ладно. Все еще с этим бегают. Так, тут опять два босса. Робот и этот. А, ну это вообще язычный, да? Что они не спасились. Дайте-ка, блядь. А, вон все нужно. Это свой черик, идиот. Так, быстро робота. Опять этот второй, третий раз уже. А, тут еще отравляющий. Надо убивать отравляющего. Потому что да, он вообще будет жестко мешать. Класс. Надо до этого убить. Меня лазером, походу, убило все-таки. Все сдохли. Мне надо отравляющего убить. Видно же, что он
Кислоту кидает и еще шипы. А тот просто крутится, бегает по земле. Они того бьют. Тут вообще стоит. Пройдемся сзади него. Есть. В смысле денег нет? Он меня зажал в углу. Нормально на этой машине ходить так. Зомби вообще ничего не могут делать. Так, надо в первую очередь всех перебивать сразу. Блин. Все нормально, где класс? Это вот в первую очередь. Хотя тут тоже неплохо разнес. В
Это куда? Прям на него запрыгнул. Нормально. Все, это он сломался. Хотя он позже взял его, а нет, вообще, блядь. Не сломался. Ну, с бомбиром произошло. Да блин! Минус 4! Челика сразу. Сейчас все соберутся, один остался. Бля, боже! Так, на этот пока отвлекает. Давай, тащи сын бумеранг. С гарпуном против. Блядь, да чё за лол? Не слушайте, походу, на первом этому убивать, когда он ракетами стреляет. Меня вот эти тоже хочу увидеть. Блин, добивайте, вы чё? Есть. Все, один остался. Ну вообще близко не подойти, кстати. Он какой-то жесткий. Я своего опять убил. Блин, у артиллерия вообще жесткая. Есть. Фу. Дай бежать, блядь. Блядь.
Ладно, я себя убил. А, ну все, это финиш, да? Сейчас последний босс. А, тут этот будет. А вот это первый дипломат. Сначала эти надо убить. Кто там, блядь? Ангу сначала убивать надо для него. Налетает постоянно штука. А где этот челик, который... А, вот он. Разница, в принципе, по-моему, кого я тебя застрял, что ли? Я застрял в ней. Только появился, я уже умер. Нет, жестко. Один остался, живи. Жопа. Мне надо этого убивать, да, короче. Челика. Где он, блядь? Ебать. Давай, чуть-чуть осталось. Он ко мне пришел. Жесть. Ну, когда он ловит, это невозможно убить. Есть только меч этот есть, который спасает. И у этого вторая форма уже.
Надо ангру бить. Что-то я тупанул. Этого потом. Вау, что это за херня? Или надо вот эту палку. Где? Крит был или что это было? X4 какой-то. Где хитра надо шутить? Блять, я не заебал улетать чисто. Это жесткая хрень. Давайте эту уже летающую, отправляющую. Что жесть какая-то вообще. Сдохни уже, блин. Ну, шутка.
съел, блядь. Они все бьют этого челика, а я бью эту, которая отравляет. Мне осталось вообще немного. Минус 5 сразу. О, все, сейчас. И старт будет. Сейчас я добью ее, потому что эти с своими палочками еще не наносят. Если меня не убьют, конечно. Где это стали? Да что за бред? Да сдохни ты уже, блин! Наконец-то. Где этот челик? Ну все, этот пункт тоже сейчас. А, у него еще одна жизнь, охренеть. Они даже не знают, что это убить надо, что это. Башка. А, мы видим, вот он. Все, победа, да? Нет еще. Ура! У него три формы было. В оригинале вообще не помню, сколько у меня. А, я ящик так и не открылся еще. Ладно, пошел за то сценарий этот. Ура, салют! Классный сценарий.